Смелое решение. Там кто-то много позаливал. Ну так, попробую поиграть. С этого стартануть. Хотя таких хитрожопых, как я, будет половина лобби. Я уже, да, не одно лобби видел. Ладно, все равно возьму вот это. Не хочу опять ханта, если что. Даже Тайдхантер никак не меняет эту ситуацию. Абсолютно никак. Что сразу балбес? Ну, потому что... Ну, потому что. Почему нет? У меня ставки отлетели вчера у классика, не мог поставить. Сегодня у тебя странно. Надо подумать. Наверное, я должен сделать вот так. Мне это не очень нравится. Еще Джаггера за ЦМ-ку. Нет, Джаггера просто купить. Сларк идет нафиг. Не хочу я Сларка тут играть. В 99 случаев из 100 не хочу играть Сларка. Окей. Вдруг повезет. Син вроде неплох. Все неплохи. Мне не очень нравится Син. Ой, давай. Давай призови нам Теуренчика какого-нибудь годного. Понял свою ошибку, чё? Сколько у нас? 9 голды. Ну все выкупаем. Минус 1. 2 ВД. Братрумы. 2 братрум. И дазл. Интересное кино. Блин, это все надо брать. Абуз козы, фурион, нежить и дубликат Вич-доктора. Панда, обоссы их всех. Всех вообще обоссал, красавчик. Ну а теперь надо решать, что нам в этой игре делать. Фурион с козой. Ишь ты какой молчаливый, крысюк. Не очень верю в ВД вообще ни в какую его реализацию. Мне сейчас очень повезло с оппонентом зашедшим. Надо взять дровку. ВД никак не пойдет со мной. То есть дровку с антимагом, возможно. Возможно, надо было брать вот эту подругу. Но эльфа идти не хочу. У меня в салат должны все проносить. Джаггер Summoning Stone. Я не вижу пока оснований, чтобы драться, но пока что продаваться в этом раунде не буду. В следующем, что меня может заставить? Присты? Допустим так, допустим так. Ну что, я буду драться с этим? Ну попробуем. Ну, предмет посмотрим. Угу. Было близко.
Такое ощущение, как будто Джаггер крутился сильно больше положенного. Вот прям стойкое было ощущение. Не знаю, почему я решил драться, но хочу. Сейчас я вернусь, если смогу. Давай. Ну да, конечно. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, восемь как раз может зайти. Другой вопрос, что делать с этим? Пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Блин, ну тут вообще... А, нет, там Растик стоит. Но Растик, да, я буду... А, нет, он ко мне заходил. До крипов он ко мне маловероятно, что зайдет. Не то пальто. Оставлять ли это или не цепляться за это дерьмо? Угу. Ну давайте так тогда оставляю. Посмотрим. Я так и ожидал примерно. Только все продать, все продавать не хочу. Денег и так потратил. Здорово, Пандыч. У меня был ПВАК, а теперь не дает на него зайти. Снова регаться придется. Может быть такое? Может быть. Сейчас все этим страдают, то есть ты не можешь просто так зарегать ПВАК. А, у меня есть шанс дать что-то наролить с панды. Наверное, надо этим пользоваться, да, пока там лустрикеры. Вот это вообще жестко. Ты серьезно? Стадо тинкеров и висп. Ну, сиди, панда, пока бабки позволяют. Хотя Фуриона, может, купить уже было бы выгоднее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надо, чтобы собака не разложилась. Собака, не надо, прошу. Дазл, зачем ты это сделал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тоже. Нормально. Если этот, правда, призывает 9, но не так страшно. Надо думать уже о дефе крипов. Либо продаться уже с пандой. Не знаю. Что-то уже дракон. Серьезно? Ну окей. Драконы так драконы. Да вы вдвоем идете в драконов, держу в курсе. Я что-то урон даже не посчитал, он тут больше, на 9. Угу. Ah.
Почему-то Тасика хочется взять, не знаю почему. Вот этих ребят бы, конечно, взять еще на крипов. Ладно, левел сейчас будет. А ну-ка, давайте смотреть, как бы задефать. Такой себе, конечно. Вроде должны задев. А кого я отдам сейчас цемку? Я так не готов отдавать цемку. Вообще могу не задев этим. Форки, воины, звери. Панда, коза. Отпускать ли цемку? Думаю, что я не имею права отпускать цемку. Отпущу оракла. Оракл тоже не имею права отпускать. Придется цем. Блин, надо было перк посмотреть. Сидеть все в бабках и не париться. Повелся на бабку. Опа, стрик. Стрик, стрик, стрик. Где стрик? А там не было стрика? А как так вышло? А как так вышло? Мне точно не нужно вот это тогда, да? А, блин, шум был мой. Красавчик, тогда... Я в любом случае вот так вот делаю. Отдам вот это. Хума продал. Взял, хума продал. Ну зачем ты так сделал? Этот раунд надо было проигрывать. Блин, тут габлота, блин. А что он нашел? Great Vault. Ха, прикольно. Там достаточно сильный борт. Лина. Молодец. До сих пор надобность проигрыша присутствует, поэтому... Поэтому что? Тасик уже Т2, дальше он точно не пойдет. Бабульку уберем. Избавимся от козы, да? Ну, от Фуриона, если понадобится. Да, в любом случае, даже Фурион с нами останется, то есть я не буду их юзать сейчас. Ой, как больно еще будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Плюс сумон от собаки. Блин, собаку надо убить. Все равно надо соту брать. Что там многовато. 11 там точно из 12. Теперь хотелось бы победить, но думаю, что это не так просто сделать. Бабка меня не так сильно апает против таких монстров. Ой, спасибо за фоллоу. Мя-мя-мя, здорово, сосисочка. Хм.
Пробуем драться или чё? Или сыкотно? Блин, ну есть те, кого пробиваем. Пока еще есть, надо пытаться победить. А мне все равно, да, next round я побеждаю крипов, так уж неважно, сейчас побеждаю, проигрываю. Правильнее было стоять на престах этот раунд. Там чуть-чуть раунда в начале сбилось, но... Вот, пойдет. Урона побольше кеку он внес. Похоже на план. А чё билки-то нет? Не на хумах стоит. А, билку не взял. Не задев крипов, кек, и вот этот чувак. Боже. Это не круто. По идее, как-то так надо задефаться. Мы верим в себя. Ну такое, звери-воины. Единички магов. Господи, click and place, уберись, пожалуйста. И не мучь меня. Ну еще есть два вот этих, да, подожрать. Надеюсь, что задев. Тут проблемы могут быть. Вот, они же... Вон тасика съела одна собака, просто салат. Пришли вот сюда дальше убить Лину мою. И собака из плюсов разложилась. Лина, на... В следующий раз выйдем, да? Ну чё мять эти? Чё не мнется? Можно было бы взять, короче, вот так вот, но вот так вот точно лучше. Победили, теперь надо проигрывать. В общем, это несложно сделать. Джаггер, может, крутилку дать. Вообще снайпчику надо, блин, давать, но пока так. А зарядки в линии нет? Да на, подруга. Пф, изи. Дракон, починился. А нахрена ты седьмой выкрутил драконе? Боже, что ты творишь? Ну, то, что плохо, так это еще и больно. А зачем мне? Ну ладно, пусть будет. Вдруг сейчас Лоник придет. Нам надо попытаться победить. Как то. Мы не похожи на чемпионов, но хочется очень побеждать. Чтобы ко мне зайти. Красиво. Enchanted, I'm sure. Лоник, попробуй что-нибудь призвать. Попробуем давай кого-нибудь победить. Я знаю, что это может быть ошибкой. Ну да. Ну, надеюсь, вы как-то подеретесь. Там кунка противный. Медведь есть? Медведь есть? Есть. Расстрел от бабки есть? Есть. Ну, мы старались. Мы даже очень старались. Убить козу там. Кстати, ничья, да, было бы круто. Но ничьей пока не пахнет. Тайкмер, здорово, спасибо большое. Блин, а теперь экрана хочу закрыть. Еще один раунд.
Еще один, если. Угу. Это тоже уже сильно. Мы чуть-чуть подапались, но не так, чтобы... Кстати, шейкера можно было ставить, был бы сильный заход. Унки эти душат. Два собака вроде неплохо, но там старается. Успеет ли бабка, что ее волки не сгрызут? Можно, да, если она успеет волков этих придушить. Во, под этим вот. Еще чуть-чуть нужно. Медвежонок, живи. Один, нужно получить. Я что, зря старался? Не зря, не зря. Надо next лузать. Ой, хорошо. Хорошо. Хорошечно. Я думаю, мы по-любому лузанем. И в восьмой выйдем прям на изичах. 100%. Приятно. Будем ли мы брать, то есть 3, 4, 5. 6 воинов вряд ли я буду. Я на хумах точно буду стоять. 6 хума не будет. Ой, да ладно, победа. Жаль. Здорово, морекопчик. Ну, надо сильный стол сейчас по максимуму ставить. Надо, чтобы Лоник призвал как-то цемку, может найти левел, выкрутить. Раз, два, три. Ну, хотя неплохо, да. О, раз, два, три с орком поставим. Плюс хп, пару тычек от урс. Не было випана, да, морекопчик правду говорит. Канка. 4-5. Вообще канка неплохо. Или все-таки Лоник лучше? Надо обилку брать, я сейчас точно буду жрать вот эти штуки. Надеюсь, все норм. 8 слотов точно не ошибка, потому что страшно. Фрилхаммер. Не то, что я ждал. То, что я ждал. Ну, надо прям сейчас вот это вот жрать. А чё, я победил раунд, мне надо проиграть. Я не уверен, что я этого хочу, но, наверное, лучше кунки с бабкой. Джаггер нам. Надо левел крутить уже, пора. Ну, кто же знал, что оно так напрокенно? Передохнул чуть. Поехали дальше прокать. Проиграли. Хорошо. Гоу дальше. Манга нету. Но все равно мне на престах надо стоять, да. Нормалин. Хилимся, живем. Вообще, я не в это должен выходить, но там посмотрим, как пойдет. Может быть, зря я вообще это все держу. Котил, здравствуй, дорогой. Вот тебя я хочу выставить.
Так, еще раз по предметам. Это мне не особенно нужно. ХП у меня предостаточно. Просто в левел идем. Это мне не нужно. При любом раскладе у меня шмотки не те. А там как пойдет. Надо котликов находить. Ой, дизраптор. О, дизраптор это больно. Деспрофит, серьезно? Восемь урона. Четенько. Давай передохни теперь, подумай над своим поведением. И давай... Ну, это, конечно, лучше, чем ничего, но такое. Где мои мультикасты? Закончились. Ну, ладно. Пока воинов закрывает, да, все нужны. Можно с тобой следкатку? Я играю на Китае. Вы будете страдать на пинге. Что там, геймкиллер Вакира пытается вылезти? Непонятно. Боже, как же Оракл сейчас затащил. Чтобы вы понимали, это тут только спасибо Ораклу, все было круто. О, здравствуй, дорогой. Я думаю, что лоник мне уже не нужен. Так, а что у нас там по столам? Ру-ту-ту, ру-т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 у. Нормально, он наролил с элитным рекрутером. Он Вакира хочет, да? Хотя нет. Варлок. Не понимаю. Собрал Элдер, потому что собрался. Хорошо. Это я вряд ли смогу когда-то поставить. Боже, что тут некор делает? Нежить закрывает. Ну ладно, пофигу. Восьмерочка, а девяточка, пак шестерка, да? Ладно, отожрал все равно больше. Так. 25-й, кстати, на 25-й надо что-то другое поставить. Тебя можно оставить, тебя убрать, бабку поставить. Ну да. Могу как-то Тэчиса протащить? На первое время могу. Собаку надо вперед, вот это все надо вперед, вот это назад. Ну там левел, да, уже будет скоро. Как на проку от книжки, не знаю, 9-го. В двойках должно хватать надев. Чем там, если что, поможет? Джаггер, да, у нас заарканил. А почему он, кстати, пробивает его? В вертелке же магический урон не должен проходить. Собаки это хорошо, медведь хорошо. Пусть. Молодец. Вели не давал что-то, не то. А у Джаггера, может, есть молоток, да, БКБшка. БКБшка тоже хорошо. БКБ, БКБ. Клаку какой-нибудь взять, чейнмейл. Мессы. Ну, чуть-чуть можно поролиться. Угу.
Так, ну ладно, еще раунд потуплю. Что-то я как-то охренел от того, что произошло. Вот это меня пробьет пока что. Вопрос, насколько больно меня это пробьет. Ну, вроде терпимо. Там Джаггер старается. Престов забыл. Вот это косяк. Хотя не такой страшный, как могло бы показаться. Стример уже поплыл. Да я что-то просто вот это пришло и, конечно, поплыл. Тайдхантер, Зевс, Дизраптор. Опа. Угу. Рубик еще бы найти. Котл уже не нужен. Снэпфайр тоже вообще особенно не нужен. Ну ладно. Котл, на тебе. На тебе. На тебе. На престах еще раунд поставил. Протащу ли я вот это и протащу ли я бабку? Если ты посчитаем. Блин, надо лег ставить. Пларку лучше поставить. Сквапой синов. Что-то такое. Это религионка. Угу. Ой, как мы неплохо подрались, на удивление. Т1 Лина, Т1 Котл до сих пор. Их, конечно, скидывать пора уже, выставлять нормальные борды. Ну, нароляли себе соту. Блин, где мои рубики? Козу тоже надо отпускать. Да тут много чего надо отпускать. Вот это вообще все надо выкидывать. На тебе вот это. Ой, сейчас больно по шапке прилетит от такого хантера. Хотя там Котл старается. Дизраптор старается вообще больше всех. Даже Чен старается. Блин, надо было убирать. Ну ладно. Козо! Успел. Где мои рубики? Вот он, мой хороший, да? Да нет, надо выкидывать. А я бару не брал, а бару забанили, наверное. Не забанил никто бару, хорошо. Там кого-нибудь выкинет, не страшно. А вот теперь страшно. Бару я же не выставил. Блин, вот это плохо. И соту... Ой, вообще, вот это плохо. Вот это вот... Ни к чему этот урон был. Надо вот этого парня брать, вот это убирать. Хотя не уверен, да, что я убираю. Ладно, найдем какой-нибудь друида. Нужно срочно бару находить. Дизраптору зарядку дать. Грифсы, БКБ, понятно. There are none who cannot be mimicked. Spirit breaker.
Это что-то многовато богов, да, стоит? Ну ладно. Многовато богов. Минус этот. А кого я поставлю? Бабку пока что на перспективу. Минус 40. Надо Зевса в 2 собрать с виспа обязательно. Удачно паролится нам. И вместо минера мне нужна аквапа, там темпларка, что-то такие лег подбирать. Так, у меня все остальное есть. О, Дизрик. Хороший шмот. Аджор. Ну, попытаться, да, отожраться. Выглядит как варик. На это надо забивать. На это тоже. Зевс, это тебе. Пусть нам не идет. Чен не идет, этот не идет. Варлок вообще не нужен, но... То есть, мне дизраптор нужен. Но если варлок соберется, уберем дизраптора, поставим квапу. Так. Надеюсь, это больно. Это очень больно. Плюс хп. Приятно. Ой-ой-ой, а теперь-то как приятно мне стало. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отлично, меня устраивает. Элдер Титан, давай. Вапа нужна Овер Дизрика сейчас. Ой, зря, конечно, так поступил, но ладно. Так, у меня в Дизрике блинк есть? Нету, будет. Зарядку кому дадим? Варлоку? Не, давай тебе и ответку вот так вот. Раздашься ману, живи, главное. А у меня БКБшка, по-моему, где-то должна быть. Или не должна быть. Или показалось. Варлок дубликатом мне точно не нужен. ХП выбиваю. Я сильный. Вот Тед сейчас не самая лучшая лего. Зевса БКБ. А, да-да, там собранная БКБ. Интересно. Изи топ 6, я считаю, нормально. Насколько мне нужен дизраптор? Вообще нужен. Ну, типа, дизраптор нужен овер варлока. Все равно хочу сделать вот так вот. Держи. Зевс, это тебе надо отдать. Где тут друг? А. Дизраптор очень нужен, Вервуарлока, но надо его найти. Вон, хп я себе нашел. А может быть... А может быть, все будет и не так. Тебя надо по центру ставить, там как-нибудь это... Дизраптор, Варлок, Элдер Титан еще... О, кстати, а что я про него забыл? А, он мне тоже нужен. Точно вместо минера хорошо зайдет. То есть Тайд вместо минера, дизраптор вместо варлока, а все остальное оставляем так, как есть. Пойдет. Здесь уже все, что надо есть, держи. Ну вот поэтому нужен дизраптор.
Да ладно, мисс. Прикольно. Вот он просто стоит под Зевсом. Я чуть-чуть переставлюсь, найду Тайдхантера. И подчинюсь. Скипнуть Варлока уже? То есть, мне, скорее всего, надо скип Варлока делать, да? И у Квапы эти предметы потом в Дизрика забрать. Ну, давай. Я думаю, найдем Дизрика Т2. Есть еще шансы. Хотя у нас их выкупают, это минус. Ну да, даже лучше, что мисс, потому что мы там точно... О, блинк дали, хорошо. Ой, еще одни арканы. Боже, это просто дракон на Тауренах. Это дракон на Тауренах. А что здесь с Зевсом? Два уже, ну плевать. Один раунд могу похалявить, да, потом. То есть это сейчас отдам сюда. Это сюда. Нормально, я тогда раунд халявлю, на нек закрываюсь. Инстаказ будет сейчас? У Зевса инста. Да у всех почти инста. Прикольно, еще один сапог нужен. Геймкиллер, у тебя есть сапог? Боже, дизраптор сильнее Зевса. Яблоко? Серьезно, яблоко? Ты ему яблоко подарил? У тебя совесть вообще есть? А почему не мне? Почему ему? Лоника надо было брать, ну ладно. Точно тебе. На-на-на. На. Надо Дизрича искать. А то он мне так по жопке надает. Зачем охренеть, какие сильные? Тут просто надо Дизрича убить. Либо КБ какой-нибудь Тайду, да? Блин, опять меня дефает. Учитывая, что у меня там... Опа! Инстазарядка, но не, не срослось. Там денег есть еще. На Элдера. Да ну нафиг, Квапа. Надо Квапу брать. Блин, дофига юнитов тут остается, дофига зарядки прям инстакастом, его пробить не можем. Ну Квапа хорошо. Грима не скипи. Зачем мне грим? Чтобы Квапе дать этого меня. Хотя... Блин, почему он меня дефает? У меня... Ну только вот за счет дизраптора Т2, да? Только за счет Т2 дизраптора.
Го попробуем так. Блин, не знаю, тайд заряжается, все заряжается. БКБ в Зевсе есть. Возможно, БКБ стоит в тайда переложить. Просто дизраптор меня душит за БКБ. Если я сейчас выживаю раунд, 17. Не выживаю, жесть. Так там напроколся. Ну, дизраптор БКБ, блин, да, починился. Но, блин, у меня столько зарядки. Тут, конечно, за топ-1 надо было играть. Не смогли закрыть дизрачи, не смогли победить. Обидно.